Религия спасет души воронежских заключенных. В этом глубоко убеждены члены межконфессионального совета при Воронежской областной думе и представители системы исполнения наказаний. Они приняли решение создать при Воронежском управлении Федеральной службы исполнения наказаний межконфессиональный отдел, или другими словами, отдел тюремного служения. Главное, на что нацелено такое сотрудничество, это снижение уровня рецидивной преступности, а сейчас он достигает 50%. Что мы хотим сделать из этого? Первое – духовно-нравственное воспитание. Что такое? Нам один осужденный в государство обходится около 600 тысяч. Представьте. И если ему не помочь, не адаптировать его, то какая проблема будет? И плюс того, что все-таки они наши граждане, и мы, что мы хотим от этого получить? То есть нормальных людей, которых будем адаптировать, мусульмане, православные, католики, протестанты. Созданием отдела тюремного служения при управлении ФСИН по Воронежской области связывают также надежды на воспитание веротерпимости и предупреждение проявлений экстремизма. Мы сегодня предложим нашему российской общественности и российскому клиру некую новую инициативу. И мы говорим, что все религии должны, официально зарегистрированы, конфессии, должны иметь право общаться со своими адептами. В статье закона будет сказано так: до 2 часов, без надзирателей, без того, чтобы слушали какие-то третьи лица, но с видеокамерой, и с момента взятия под стражу, вот не осужденный даже, а задержанный имеет право на хранение культовых вещей, то есть креста, там, распятия, чего он хочет. Ну, этот перечень будет утверждать ФСИН. Без колющих режущих, без драгоценных камней и так далее, без потайных там отделений и так далее. Ну, вы понимаете, что тут не все так просто. Поэтому неограниченное количество встреч до 2 часов без третьих лиц имеет право заключенный со своим проповедником. Это важно, мне кажется. Если мы хоть какие-то души при этом сможем спасти, то задача будет в этом выполнена. Члены межконфессионального совета при Воронежской областной думе делегировали в отдел представителей ряда конфессий. Возглавил его отец Вадим Волынкин, настоятель храма Георгия Победоносца села Пухово Лискинского района Воронежской области. Я просто вам приведу несколько цифр. Вот из примерно 6200 спецконтингент, который у нас содержится, 2500-2600 это причисляют себя к верующим людям. Из них, конечно, подавляющее большинство – это христиане. Вот. И так как они содержатся в общей массе, так как это же небольшой социум такой же, и все проблемы и противоречия там такие же, поэтому эти вопросы решаются на воле, решаются. Поэтому, используя опыт священнослужителей разных конфессий, мы все проблемы, которые возникают и будут возникать, мы надеемся решать в том числе и с помощью тюремного совета этого. И для этого есть много методов, которые предусмотрены законом, но живое человеческое общение со священником, тем более, когда люди разных вероисповеданий, это никто не заменит.